И это не замедленная съемка. Просто сурок перешел на энергосберегающий режим. Двигается медленно, засыпает на ходу, а выманить из норки его могут только любимые лакомства. Но совсем скоро зверек уснет до самой весны сладким беспробудным сном. Барсук уже спит в своей норке. А вот медведь в самарском зоопарке зимнюю спячку игнорирует. Ну, он сутки, двое может проспать, но все равно потом встает, вот уже как он знает, что еда у него есть, то есть ему можно и не спать. Но жир он себе откладывает все равно. То есть зимой он становится более большой. В основном звери готовятся к зиме сами. Запасают жир, меняют летнюю шубу на зимнюю, теплую и пушистую. Но некоторые холода не переносят. Их домики утепляют, либо с улицы переселяют в помещение. Больше всего зимой повезет льву. Его домик можно назвать практически элитным жильем. Он самый утепленный из всех, что находится в зоопарке. Туда уже постелили опилки и повесили согревающую лампу. Температура в домике нагревается даже в мороз до 20-25 градусов тепла. В зоопарке рассказали ребятам, как местные звери готовятся к зимовке. Медведь, он ложится спать в берлогу, когда зима наступает. А зайчики, они меняют шубку, и белки тоже. Ежик всегда носит там яблоки в шею норку. Лиса орешки запасает. Также в зоопарке проходит осенний бал-маскарад, где школьники хвастаются и своими знаниями о живой природе, и фантазийными костюмами. Марина Матвеевна, Станислав Левин, «События».